Если ты хочешь попробовать Warface, то воспользуйся ссылкой в описании. С самого начала ты можешь выбить крутой приз из рулетки, а также получишь комплект могучих магма-шлемов и не менее могучих магма-пушек. С таким набором нагибать тебе точно понравится. Добро пожаловать в Warface, братишка! Компания «Дитак Топка» представляет. Почти идеально, или как гнет золотая хова на РМ Warface. Ну здравствуй, рачишка, давай, порадуй нас по старой доброй традиции. Блюдик играет на гид. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Морти, капитан Очевидность, и по старой, доброй, отличной традиции, отличненький для настроения анекдот. Анекдот такой. Постоялец отеля спрашивает хозяйку отеля: «Скажите, пожалуйста, а что у меня в номере за пятно на потолке?» «Ой, вы знаете, дело в том, что до вас здесь, в этом номере, жил один химик». «А, это химикаты?» «Нет, — говорит хозяйка, — это химик». Да! Так оно и бывает, сука! Играем с Хова Тайм золотой! Вот так вот! Блин, ну фраги тырить, пацаны, но это некрасиво. Ладно, главная победа. Играем мы РМчик прямо на ПТСе. Решил я затестировать. Одно дело мясорубка, другое дело. Там подрыв. Тихо! Эх, нагиб явно не задался. Ну это случайность. Ебукентий, да. А ведь тест-то недостоверный. Ты Фирали. Не штурмовик на подрывах. А вот как раз достоверно. Если бы я был именно топ-штурмовиком на подрывах, это было бы недостоверно. Как бы, ты знаешь режим, ты гнешь чем угодно. А вот так как раз нормально. Пацаны, ну пожалуйста, не мрите сразу. Давайте это как-то, хоть один раунд. Я должен открыть свой счет личный. Где он? Где мой счет? Голубчик, иди сюда. Реально голубчик спрятался. Ха-ха-ха, красавчик. А, все. Не, ну я, конечно, одного убил, но это не считается. Это как бы вообще так было, как бы... недостоверно, реально. Надо нормально как бы понагибать. Так, главное правильные тайминги поймать. Ага. Headshot, baby, you get all, моя сладенькая девочка. С почином, рачина. Благодарю, Нарина. Пошел успех. Да. Вывод первый. В голову залетает хорошо. Хэп, ну это очевидно. 90 урона, 5 множитель в голову. Конечно, хорошо будет залетать. Это не самое главное, Кэп. Ну неужели никто двушку не пойдет? Ну пожалуйста, Даблкил, деточка, да! О, успех! Несмотря ни на что, Ракутагин с этой пушкой играет вполне сносно. Да. Отсюда вывод второй. Руки не нужны. Ой, началось вот это дношное про руки. Всегда вот, когда ты нормально отыграешь, про руки говорят. Это я еще на Фэнтези Лиге наслушался. Там все ютуберы, все играть не умеют. У них просто оружие, что руки им не нужны. Ну да, такие разговоры постоянно ходят. Но вопрос, а чё, у противников другое оружие? Как-то одно с другим не сходится, да? И такие обвинения всю жизнь в Warface. Тут руки не нужны, тут то не нужно, тут это не нужно, тут. Оружие решает, донат решает, пинг решает, комп решает. И когда этому человеку у него даже все это есть, он все равно найдет причину. Всегда найдется причина. Вывод третий. Warface есть Warface. Вот эта причина, не отрицаю, да. Это... Давай. Да, ну почему так, пацаны, получается? Объясните мне. Почему, когда я умираю, раунд не взят? Почему так? Вот на соло РМ постоянно. Смотришь на тиммейтов, они вроде убивают. Они вроде даже неплохо играют.
Но в большинстве случаев, если ты дохнешь в раунде, раунд слит. Меня это бесит. Не надо, пожалуйста. Вы же нормально играете. Я вижу, что игроки нормальные. Главное не затупить, пацаны. Это не очень, как бы, с пистолетиком так стоять. Ладно. Похоже, на душку пошли. Наш там уже красавчик визуализирует. Визуализирует, да, по полной. У него такой ник. Просто охуительный префайр. Нормальный префайр, пошел в жопу. Своим губы вообще сочно. Да, сочно будет кэп, когда ты попытаешься повторить. Вот это будет сочно, отвечаю. Но ты не попытаешься, в принципе. Ты в последнее время в Warface не играешь. В танках засел, как всегда. Вообще молодцы, пацаны. Ну, мне оставьте, пожалуйста. Я хочу хотя бы десяток фрагов сделать, а лучше больше. Ну, давай, выходи, куда ты? Во, девочка, куда ты пошла? Во, косметичку дома забыла. Тихо. Да. Сука, настроение почему-то такое нагибное сразу пошло. Не надо умирать, пожалуйста. Но просто задымите его, как я сделал. Дым один киньте куда-нибудь. Ёкараны бабайль. Что делать-то, а? Вот тут был. Ну, я хер его знает прямо. Ну, давай, визуализируй, пожалуйста, я тебя прошу. Ну, тоже тактика странная, но нельзя просто сидеть здесь в кишке. Вот это толку вообще. Этот... Дикрейт 60. Дикрейт 60. 3-0. 3-0, по-любому. Дикрейт 60. Ребята, я чувствую, в будущем Warface вообще как бы решит потягаться с титанами и сделает Дикрейт 120. Headshot, baby! Почему я этого штурмовика в прошлом раз, он там же стоял, я не могу, почему-то в него как-то пуль не попадает. Я же точно целюсь, что за нафиг? А, я так же умею, на, сдачу. Нет, медики, я на зарядке, сука! Давай, визуализируй! Визуализируй, пожалуйста, давай. На этот... Да что у тебя за привычка, блин, один остается, он, сука, на одном пятачке трется, что ты ждешь, друг? Ты же стреляешь нормально, что ты умеешь? Давай! Что ты предпринимаешь? Вообще топово. Топово вообще. Просто нечего сказать. У нас еще, мало того, что у нас урон охрененно проходит, Дикрейт 60, у нас еще звуки хорошо в игре работают. Наш тиммейт вот этот визуализирует. Он до последнего не слышал. А я, кстати, тоже не слышал. Топовую подсадку, когда вы с медиумом на пульте Это вообще просто не забыть никогда. Так, начинаем. Опа, а это что такое? Разработчики завезли новую функцию. Посрать. А еще полетать. Сейчас бы в 2014 к спаму икса, подкатом в стену. Да ладно, разработчики, не переживайте. Старые баги уходят, приходят новые. Разработчики делают это нас часто, но вот, ну вы не правы, ну вот раньше было хуже. Разработчики, ну давайте будем честны друг с другом, раньше было так же. Раньше было так же, сука. Единственное, чем раньше было лучше, было больше разнообразия, потому что был онлайн значительно выше, почти в два раза примерно и был выше онлайн уже. Почти два раза упал. Хедшот, детка. Но говорить, что раньше было лучше, нет, раньше так же, в смысле, раньше было хуже. Раньше не было хуже, было так же. Но были другие проблемы. Их сейчас нет, я не спорю. Нету спама икса, нету подката в стену. Зато теперь есть у нас топовые Дикрейт 60. Баланс все так же, как и раньше, на высоте, в игре, во всех отношениях, в принципе. И вообще все сочно. Все сочно. Подсадки стали прям такие виртуозные. И, дорогие зрители, поверьте, это не все. Сейчас месяц-два. Новые кейсы, новые фишки подъедут. Давай еще хедшот. Я хочу под конец вообще красиво выдать. Где? А, я понял. На пятачке он, да? Ну ладно. Опа! Фига себе, ты акробат. Да, меня папайя научил этому трюку. Многие, кстати, не знают, даже опытные игроки. Есть такая фишка. С разбегу туда. Прыгаешь, и тебя подносят в этом месте. Я не знаю, баг, фишка или как. Так было задумано, может, нет. Получен достоверный результат. Выводы следующие. О. Для щемления ромбов и ежиков на ПТС оружие годится. Оружие годится, но кэп...
есть один фактор, который от тебя никогда не зависит. Никогда. Это Warface. И как бы ты хорошо ни играл, что бы ты ни делал, конечный результат предсказать на 100% невозможно. 13 фрагов, 11 хедшотов, где ЮАЗ. Оу, да, 3-3 сыграли. Неплохо так. Понагибали. Кстати, если данное видео вам по каким-то причинам понравилось, то пишите, что вы думаете о Tecrate 60. Ну, насколько его улучшили на данный момент, как вот ваши впечатления. Кроме этого, ставьте лайки. По желанию, как хотите. Яйки чешите, это обязательно. Если будете яйцо чесать, ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами.